привет! Вы на канале «Всего понемногу». Меня зовут Людмила, живу я в Германии. Говорю вам, рассказываю, беседую обо всем понемногу. В предыдущем видео подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе, как говорят молодежь, в теме. Я новичок, но я очень хочу, чтобы я была вам полезна. В предыдущем видео мы начали такую тему – похудение. То есть не похудение, это не диета, это не что, это другая жизнь. Вот вам же, вот слово «хочу», оно же у всех есть. Я хочу. Слово «надо» оно бьет сразу. Или «должен». Да ничего я вам не должен. Когда говоришь «хочу», да. Вот в предыдущем видео я вам говорил, вот оно называется видео «Волшебный пендаль». Все, вы его получили, вы уже поняли, я уже вам рассказала. Завтра будете говорить, что какую-то тетку-блогершу смотрели, вообще безумная и там не знаю, что говорить. Но от этого не уйдешь. Да, кто... Меня посмотрит тот, кому это будет очень полезно. Я это прошла. Я минус 51 килограмм и хочу к концу апреля быть... Меня это устраивает. Вот, знаете, комфортно мне в этих 85, я эту цель, не поверите, я это изначально заказала. Я сказала, я хочу, как вот вы говорите, я хочу сумочку. Пошли и купили, не важно, сколько она стоит, вы же ее хотели. Захотите похудеть на тот вес, на который вы хотите. Ставьте большие цели, сделайте половину, будет и это здорово. Но идем, плывем. Все, я вам постараюсь отснять, допустим, ужин, отснять один день, но я не хочу на этом зацикливаться. Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях. Я буду, отвечать и говорить только о том, что как было у меня, как я с этим справилась. Обязательно, ребята, вода. На меню я даже останавливаться не буду, потому как у всех все есть сейчас. И не надо там много денег, и не надо думать, что это дорого. Да ничего это не дорого. Нет мяса, замените на фасоль. Мы с вами хотим не запрещать ничего. Кушаем с хорошей порцией 3 раза в день. И попутно где-то, если вы хотите, перекус и вода. Я пью 2 литра. Говорю про себя, никому ничего не навязываю. Далее идет... Ребята, как ни крутите движение, движение обязательно. Ну, нет волшебства, не вздумайте еще там какие-то средства покупать, какие-то там, вместо того, чтобы пойти и за бесплатно сделать 10 тысяч шагов, вы будете сейчас какую-то хрень выписывать, которая не будет ничего вибрировать, и методом сауны никуда ничего не уйдет. Если вы будете кушать, да пусть оно завибрируется, оно никуда не денется. Вы должны топить эти жиры, ходить, двигаться, радоваться жизни, идти вот так. Пошли и не представляете, когда у вас будет минус. Я про большевесов говорю, про моих друзей, тяжеловесы я их называю. Это мои друзья. Потому как я это прошла, и вы это пройдете. Пройдете с таким... Вот я не знаю, я про себя с этим подходом, ничего вы не выкидывается и не голодается. Нельзя это, значит, можно заменить на это. Не это, значит, на это можно заменить. Где бы ты жил? Вот вы сейчас скажете, о, да, в Германии. Такие же магазины. Я почти год была в России. Я нашла в магазине, чем я питалась, и ничего. Овощи те же, все те же, даже тут... Я считаю, что, вот, допустим, если взять Россию, Казахстан, да, ну вот, кто там смотрит еще, Европейский Союз, если... У всех сейчас все одинаковое, даже может быть вкуснее. Это разобрали. Продукты, движение, ребята. 10 тысяч шагов надо, пройдете 5, шикарно, научитесь, только вес будет уходить, у вас появится азарт. Не надо каждый день на весах стоять от того, что вы каждый день на них встанете, они вам не придадут силы этой. Ну да, там скажите, я раз в 2 недели, раз в месяц, а то мне вот, я вот чувствую по одежде, там мне хорошо. Вот какую-то ответственность, вот вы же отвечаете за детей, да?
Но вы же несете за них ответственность. Ну пусть там до 16-18 лет. Но вы отвечайте за себя, пока вы не дойдете до человеческого какого-то стандарта. Потому что 136 моих ребята, кроме как о еде, вообще-то ни о чем не думал. Путешествие, да, я легкая на подъем, но вот это вот, понимаете, этот жуткий дискомфорт, я уже не говорю про личные такие какие-то там гигиену и все прочее. В предыдущем видео все посмотрите. От нас требуется сбалансированно кушать, пить воду и двигаться. Это немного. И 10:30 вас уже нет на горизонте. Вы уже все спите сладким-присладким сном. Не переели, вы нигде ничего не давит, не колет, не надо никакую таблетку, ножку и от головы таблетку, ни сонную, никакую. Вы будете совсем другой жизнью жить. А для этого много не требуется. У меня получилось, у вас тоже получится. Абсолютно вы все одинаковые. Все одинаковые. В этом видео сейчас, на этом моменте, я беседу заканчиваю, но обещаю вам отснять. Я новичок, мне не так быстро просто все дается, потому что это все новое, как у вас, допустим, сейчас пойдет в похудение, и вы начинаете, бросаете. Так вот я сегодня уже третий раз записываю, потому что забыла включиться, и тут сижу вся такая умная. А когда посмотрела, а уже все, и камера не была включена. Желаю вам здоровья. Вот вчера был волшебный пендель, а сегодня вам силу духа. Чтобы вот понимаете, чтобы вас распирало от этой идеи, потому что вот только сила, ваша сила. Я не знаю, я сама свою разговариваю. Пусть это плохо, но я себе вот как придаю такой силы, и я так сразу, у меня шея такая бжик, выдирается, и вытягивается. И что интересно, плечи расправляются, когда вы о хорошем думаете, все, так вы же даже не подойди к вам, когда вы воинственно, вы же там пошли с мужем разбираться или с соседкой, руки в боки, так я хочу весить нормального веса, быть, все, вот все, что вы хотите, но мы же королевы, мы если захотели, то обязательно будет. Вы были на канале всего понемногу, желаю вам здоровья, люблю вас по-человечески. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно и будет не только о похудении, нельзя на этом зацикливаться, надо жить, путешествовать, выигрывать, проигрывать, все, и тогда это калейдоскоп жизни. Все, всего доброго!